Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, это Орион ВКонтакте. Что ж, это какие-то испытания, я должен отсюда выбраться. Давайте попробуем. Я не знаю, что будет дальше, но пока что сложновато немножко. Также не забывайте про пальцы вверх. У меня в сумке ничего нету. Фух, вовремя я. А, текущее время. Так, ладно, побежали. Ух ты, какой голем, смотрите. А, мне нельзя прикасаться к нему. Ладно, заново все. Я понял. Ждем. Еще стрелы полетают. Давай уже заканчивайся. Все, стрела пролетела и бежим. Идем вверх. Тут опять у нас. Огнем стреляется. В наличии у меня только ножик. Меч, да? Вот с мечом будет проще. Идем дальше, сундучок. Ух ты, какие ништяки. То есть я могу это все... Да, заберем все. Все наши ништяки. У меня уровень позволяет использовать вот этот. Позволяет, смотрите. А, недостаточно уровень. Хорошо. Огненный шлем тоже нельзя использовать. Ладно, здесь пополним уровень. Блин, а как? Защитный камень от красного луча. А от желтого у меня нету, что ли? Уровень 6 нужен. Ладно. Я не знаю, как я перепрыгну это желтый лазер. Ну, пипец какой-то. А, все, я теперь по низу должен идти. Ясно. Ждем. Идем. Так, красный лазер, сейчас мы перейдем. Теперь синий потушим. Все, потушили. Фуф, успели. А, я прошел испытание. Да, ребятки, я прошел испытание. Фуф. Что ж, можно выйти. А, тут есть много других испытаний. А, это мои достижения. Супербомбит, я не знаю, что это. Мы только что прошли вот это испытание. Фред, теперь давайте супербомбит посмотрим. Загрузка планеты. Ух ты. Да вы издеваетесь. Вот это... Ну это жестоко. Фух, пока что я прошел. Так, в инвентаре у меня ничего нету. А, простите, что стер ваши результаты. Это типа были результаты. Ладно. Ух ты, кораблик. То есть я тут должен что-то скрафтить, что ли? А, вот, все. Собираю кристалл. Перейдем назад. А как я пройду через него? Я должен сюда зайти, в желтую линию. Все. Отлично, мое место. 48 секунд. За 9 секунд его прошел, нифига себе. Хорошо, выйдем. Можно голосовать. Супербомбит я прошел. Какие у нас тут еще? Протар какой-то. Давайте посмотрим. Интересно будет посмотреть. Так, вот они испытания. За испытание я получаю хоть какой-то опыт. Да вы издеваетесь, что ли? 2.12. У меня результат. У меня тоже 2.12. Ну-ка. Пошло 62.12. Ладно. Это слишком легко было. Мир бойцов. Посмотрим давайте на мир бойцов.
Так, идем прямо. У меня ничего нет в инвентаре. Так, тут казалось пусто. Темно, нифига не видно. Там я вижу какой-то зомбак. Ладно, пошли они нафиг. Нам надо вниз падать, значит. Вы издеваетесь, эй! А, вон, вниз не надо прыгать. Эй, да вы шутите, что ли? Я не собираюсь на ощупь тут ходить. Ладно, какие еще испытания? Нападение? Давайте нападение попробуем. Загрузка планеты. Так, все забираем. А, выбираю меч. Мечи есть крутые. Ух ты ж, нифига себе. Вам вступаем. Они тоже стреляются, что ли? Нифига себе. Как я их пройду? Стрелы просто рушатся. Они какие-то бессмертные, ребят. Так, давайте выпьем. Попробую пройти. Блин, нифига не получилось. Так, забираем все. Давно, ну. Я не знаю, что тут делать. Давайте еще раз заново. Так, все забираем. Надо, я так понимаю, вперед пройти. Ах, ты меня просто распилила. Да что ты будешь делать? Я не знаю, что делать. Забираем все. Надо поверху, видимо, идти. Поверху тоже сложно. Да кто? С одного удара просто убивает. Нет, слишком сложно для меня. Что там еще в испытании? Давайте риск попробуем. Ух ты! Зомби, какие-то кабаны тут. Ужас. В инвентаре нифига нету. Можно что-то скрафтить. Да что ж вас так много-то? А, они горят. Там что-то написано, но только на паузе можно расчитать. Ладно. Это можно пройти. Нормально у нас получилось. Зомби начинают гореть. Блин, они быстро меня ж съедают. Давайте последний раз хотя бы попробуем. Да что ж, блин, делать-то? Гирлянда тут. Так, можно прочитать на паузе. Блин, нет, нельзя прочитать. Да нифига я не успел. Ничего не будем читать. Быстро открываем. Да я хочу пройти это. Да что ж вы будете делать-то? Фу, закрыл. Давайте все заберем. Так, это мои гномы.
Молодцы. Я думаю, я пройду это. Ну, выключись уже. Почему так долго светится? Он издевается, что ли? Сколько, блин, много... Всякой нечисти здесь. Всякие скелеты. Давай, пей, давай. 14 секунд еще будет лечиться. Ты издеваешься, что ли? Хватит мне стрелять. Это появляется, помогает. Мы сами исцелились. Жесть какая-то. Они не будут мне стрелять? Да они появляются, блин. Вообще не поймешь их. Так, ждем. Ух ты, какой, смотрите, страшный там. Опа, Америка и Европа, подвал. Ну-ка, наверх пойдем. Сейчас можно самим карты, что ли, делать? Эй, можно. Нет, нельзя. Если я вниз спущусь. Вау. Я свободен, я сбежал с этого ада. Замечательно. Все, ребятки, мы свободны, мы ушли и будем жить своей жизнью так, как мы захотим. Ну, а с вами был Даридий, всем до скорого, пока-пока. Если хотите больше Ориона, пишите в комментариях, ставьте пальцы вверх. Пока-пока.